Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее продолжение прохождения замечательной карты про воздушные шарики. Многие меня спрашивали, будет ли продолжение, ребята. Да, оно будет, вот, держите. Тянуть мы не будем, поэтому если вы хотите видеть новое видео как можно быстрее, давайте наберем 2500 лайков. Чем быстрее мы их наберем, тем быстрее выйдет новое видео. Ребята, все зависит от вас. Также каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Ребята, я люблю своих подписчиков, поэтому я вас прошу потратить на меня всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку, но за эти 2 секунды я вас просто-напросто всех расцелую, также выпущу для вас новое видео как можно быстрее. Тянуть мы больше не будем, и мы будем приступать к самому видео. Ну что, ребята, мы будем начинать, и сейчас мы будем проходить вот эту карту, вторую. Это у нас была первая карта, это равнина, это уже ледяная карта, и также уровень сложности поднялся. То есть, как только мы начинаем проходить какую-то новую карту, то уровень сложности намного больше поднимается, и тем самым все встает намного сложнее. Да, ребята, поэтому нам нужно придумывать какую-то новую тактику, с помощью которой мы сможем вообще разорвать все тут вокруг. Очень бы хотелось в это верить. Посмотрим, что с этого получится. Я, если честно, пока что даже не могу знать. Но все же, ребята, ладно, сюда мы поставим одну обезьяну. А сюда или, допустим... Или, допустим, вот сюда. Мне кажется, тут она будет вообще суперски стоять. Вот обезьянка. Замечательно, ребята. Также у нас будет еще... О, я ее даже случайно улучшил. Ну ладно, тем же круче. Также у нас там есть... Новый уровень, то есть последний уровень, это у нас в аду, то есть незер уровень, который на сложности уже охренеть какой, то есть сложность там уже прям заоблачная, очень-очень сложно. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее, вы, в принципе, знаете, что делать, ничего сложного в этом нету, просто-напросто поставьте лайк. Также, ребята, знаете что? Вот знаете что? Знаете, конечно же знаете! Ребята, также там есть уровень сэндбокс, то есть это бесконечная баблона, как я называю. Бесконечная баблона, с помощью которой мы сможем назвать прям на каждом шагу терминаторов и вообще самые-самые лучшие пушки, которые только существуют. Поэтому, ребята, вы знаете тоже, что делать. Если вы хотите видеть новые эти серии как можно быстрее, я для вас буду их выпускать. Все, что я хотя бы прошу, это поставить лайк. Я, честно, буду этому очень сильно рад. В этой серии мы будем пытаться пройти вот этот уровень, потому что он уже средний. То есть средняя сложность и ледяной уровень. Честно, многие меня просили, то есть многие, знаете, даже меня спрашивали, мол, Эдисон, когда будет новая серия, будет ли вообще продолжение воздушных шариков, которые пытаются захватить мир? Я все-таки решил и вот выпустил даже для вас. И как ни странно, это уже вторая серия за день, поэтому, ребята, я также надеюсь, что вы это тоже оценили. Но пока мы разговаривали, это у нас уже пятый уровень. Тем самым мы убили просто-напросто немного времени. Вот знаете что, пока мы это все убивали, я не знаю, стоит ли сюда вообще что-то ставить. Знаете что, вот сюда мы еще поставим. Вот давайте будем использовать какую-то новую тактику. Сюда мы поставим морозилку, вот сюда. А сюда мы поставим еще один вот эту, как это называется, орудие, вот эту пушку нафиг поставим. Потому что она, в принципе, полезная, и после 20 уровня тут куча пойдет металлических шаров, а они охренеть какие сложные. Потом, когда их будет вам вообще нереальное количество, то это реально будет очень сложно, поэтому нам нужно будет как-то с этим справляться. А зону прям прикрытия можно сделать вот тут, на углу, на этой прямой, и вот тут будет прям вообще офигенно. Сюда поставить шипы, сюда поставить обезьяну, или даже, знаете что, давайте еще одно орудие сюда поставим, а обезьяну куда-то вот сюда поставим. Пока мы это все обсуждаем, они там проходят уровень, поэтому очень даже круто. Нужно хотя бы смотреть, чтобы ни один шарик не пролетел оттуда. Нужно какую-то тактику сделать. А если у нас вообще получится, то мы тут купим терминатора, и терминатор за 500 баксов тут вообще все порешает. Ну, хотелось бы в это верить. За 500 вот или сюда, или вот туда, нужно потом будет попробовать. Но пока что они более-менее справляются. До 20 уровня я не скажу то, что что-то тут будет сложное. До 20 уровня более-менее они будут справляться. Вот эту обезьяну можно еще будет улучшить. До... Во-во-во-во-во, вот видите, они уже начинают проходить, ребята. Они уже начинают проходить, поэтому... Поэтому нужно будет сейчас что-то менять. Ее, наверное, улучшить до максимума. Да, вот так, чтобы она вообще что-то тут делала. Да. А мне кажется, это будет крутая идея. Потому что третий уровень обезьяны на самом старте, мне кажется, это очень даже круто. Сюда мы поставим еще одно орудие. Вот прямо или сюда, или вот сюда. Вот лучше все-таки сюда, а морозилку мы тоже где-то вот тут поставим. Морозилка тоже будет многое что решать. И пытаться...
попытаемся, ребята, не проиграть ни одну жизнь. Вот я не помню, в каком они уровне уже начнут быть прям нереально шустрыми, уже начнут вот это проходить за секунду. Ну, будем надеяться, то, что еще не скоро, потому что не хотелось бы это видеть. Вот сюда, знаете что? Хотя, знаете, давайте еще один уровень попытаемся пройти. Еще один уровень. Давайте, давайте. Пока вы это будете проходить, я подкоплю чуть-чуть и сюда поставлю вот так. Так, замечательно. Все, три пушечки, в принципе, вот тут на входе, знаете, две по углам туда целятся, и одна прям так прямиком стоит и прямо целится на выход. Пока что тактика на высоте, будем надеяться, то, что к концу серии она так и останется. Уже пошли желтые, это не очень круто. Давайте, 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 давайте. Ха. А розовые прям вообще шустрые, как не знаю что. Во, пока что все на высоте, но я не знаю, когда они начнут прям пролетать как флэш нафиг, или даже еще что-то быстрее. Ну, более они уже так начинают быть шустрыми прям. Как будто задницу насолили. Вот одну фигню вот эту можно даже улучшить. На всякий случай. На всякий случай можно ее улучшить, потому что она и быстрее будет стрелять, у нее и урон будет намного больше, и также радиус поражения намного больше. Поэтому очень даже круто. Вот знаете что, в предыдущей серии... Уничтожил, я не знаю, как он уничтожил, но все же круто. Да, вот это можно уже сюда поставить. Вот это можно сюда поставить. И одну обезьяну. Одну обезьяну. Ух ты, ни хрена себе. Обезьяна, спасай. Обезьяна. Ах ты ж, зараза, все-таки после 15 уровня уже тактика начинает хромать. Значит, будем знать, то, что после 15 уровня начинается жопа. Так, ну, мягко говоря, охренеть как мягко, но все же. Ладно, сюда мы поставим макаку и сразу же ее улучшим. Будем надеяться, то, что это сработает. Давайте, пожалуйста, пожалуйста. Ух ты, черные, это очень уже хреново нафиг. Куда бы тебе поставить? Вот так, вот сюда. Давай! Охренеть! Короче, да. Немного захромала моя тактика. А что нам нужно делать после 15 уровня? Потому что вы видите то, что после 15 уровня тут срачник начинается. Полный срачник. Потому что после 15 уровня они такими шустрыми становятся, что это можно просто-напросто сойти с ума. Вот. До 15 уровня мы не потеряли ни одну жизнь. После 15 они просто-напросто начали нас рвать на кусочки. Тебя можно удалить и вместо тебя поставить вот это. А тебя... Я даже не знаю, если честно. Куда бы тебя можно запихнуть? Сюда, что ли? Будем надеяться, то, что ты тут что-то вообще сможешь сделать, обезьяна. Вот так. Ну давайте новый раунд посмотрим. Да дай мне начать новый раунд, пожалуйста. Ну уничтожьте хотя бы что-то. Ну уничтожьте хотя бы что-то. Пожалуйста. Давай. Давай. Ну хотя бы что-то. Вот, замечательно. Да. Я не ожидал то, что после... Офигеть. Я не знаю. Нужно что-то менять. Вот что-то 100% нужно менять. Охренеть, сколько мы уже жизней потеряли. Охренеть, за три уровня мы потеряли практически 100 жизней. Нужно что-то... Вот, может, сюда... чтобы поменять. Давайте вот это. И вместо этого поставим морозилку. Может, она будет что-то делать. Посмотрим, может, в этом какой-то секрет. Будем надеяться, то что да. Ты у нас какой уровень? Ну, пускай. Пускай. Давай, начинай. Начинай. Да, вот так, замечательно. Справляйтесь, морозилочка, делай свою работу, пожалуйста. Давай. Уничтожь. Вот. Да, все-таки, как видите, морозилка реально повлияла. Морозилка в какой-то степени повлияла. Будем надеяться, что в этом раунде она тоже повлияет. Пожалуйста. Ну повлияй ты, ну хотя бы чуть-чуть. Ну, как вам сказать? Это... Да дай мне поставить! Вот. Фух. Так. Ну, ух ты ж, ни хрена себе. Ну, вот это третий уровень макаки справляется. Пока что справляется. Да, вот. Фух. Так, морозилка реально делает свою работу. Фух.
И в принципе, мне кажется, будет нормально, если мы ее будем ставить, потому что... Да, вот сюда можно будет поставить. Вот сюда. Замечательно. Сюда морозилку и сюда можно еще одну макаку. Вот так. И начнем еще один уровень и посмотрим, что с этого... Что вообще произойдет? Ух ты, как видите, уже пошли вот эти... Металлические. А с металлических черные. А черные, как вы знаете, вообще содержат еще очень много других. Ну... В принципе, нормально, нормально. Значит, морозилка это ключевой элемент в этих всех схемах. То есть они действительно делают много всего. И будем надеяться, что они будут и дальше продолжать вот так делать. Давайте, 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 ребята, давайте, 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 не расслабляйтесь. Побыстренько, побыстренько. Уничтожь, кто это? Кто тут вообще? Кто на страже порядка стоит? Давайте. Кто на страже? Кто на страже? Ну, нормально. Пока они будут начинать другой уровень, точнее следующий, я улучшу еще вот эту макаку, чтобы она прям вообще супер-пупер была. Это какой уровень? Это третий уровень. Вот это бы еще улучшить на второй хотя бы минимум. Минимум на второй. Это бы действительно очень бы помогло. Пожалуйста, дайте нам баблону. Нам нужно 55 баксов. Ух ты, нихрени! Охренеть, вам не кажется то, что это слишком? Вам не кажется то, что это слишком? Офигеть просто! И как я должен с этим всем справиться? Кто-то мне скажет? Кто мне скажет, ребята? Вот это можно сюда еще поставить. Давай, давай, сделай хотя бы что-то. Пожалуйста. Так, давай, справляйся. Я не знаю, справляйся, не справляйся. Ну! Ну! Уничтожь! 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 Еще вот это! Ну, пока что нормально. Пока что нормально. Так, ладно. Нам нужно еще 50 баксов. И мы сможем улучшить вот эту фиготню. Пожалуйста. Ну, это уже там 100% умрет. Вот это фиговенько тут так... Фиговенько тут так стоит. Вот, вот... Сюда можно еще вот эту пушку поставить. Она, в принципе, нормально тут будет так справляться, как по мне. Мне так кажется. Вот, вот ключевое слово «кажется». Пожалуйста. Вот, вот этих, этих нужно уничтожать. Розовые меня напрягают очень сильно. Пожалуйста. Да, круто. Черные, розовые, все вместе. Ну, в принципе, вот это... Да, вот это мы уже прошли. Замечательно. 26-й. Зебры пошли. Зебры — это еще хуже, чем металлические, вроде. А самое хуже это вообще дирижабли. А еще хуже это радио, там какие-то радиоуправляемые там супер ускорители дирижабли. То есть они там вообще охренеть какие. У них там даже нитро есть или что-то в этом роде. Ну что, это мы улучшили, поэтому можем сразу же приступать. А, знаете что, мне кажется, можно бы даже было бы улучшить вот эти морозилки, потому что они тоже много работы делают. Вот как вы заметили, когда мы уничтожили вот эту, точнее продали вот это орудие и купили морозилку, то мы сразу же победили уровень. Ну, в смысле, прошли уровень. Может, не в этом был смысл, но посмотрим. Вот сейчас бы нам было бы круто насобирать 100 баксов и поставить вот там терминатора. Терминатор бы реально много дел бы сделал, наделал бы. Не знаю, не знаю, ребята. Ну, пожалуйста, вот, еще бы вот эти, черные и розовые. Да, круто. 500 баксов, давайте, быстренько все скинулись, быстренько выворачиваем карманы, давайте, давайте, показывайте мистеру Эдисону, что у вас есть, потому что нам нужен терминатор, а терминатор выходит на стрелку только за 500 баксов, которые в данный момент, к сожалению, у нас нету, нигде нету. Ух ты, ни хрена себе, сколько вас там уже повылазило, вот это бы еще улучшить, ладно. Пускай, пускай мы потратимся, и терминатор не так-то скоро придет, но все же лучше улучшить, чтобы знать, что больше никто не сможет пройти. Как видите, потому что многие, в данный момент пока что еще многие могут пройти. Ух ты ж, ни хрена себе. Ни хрена себе, сколько вас там. Давайте, давайте, пушурику, вообще вот эти орудия, что-то в этой жизни буду делать. Черные, охренеть, сколько вас тут. Вот это бы еще улучшить. Терминатор вообще не очень скоро придет, как я смотрю. Вообще уже не скоро. Хоть мы это улучшили на максимум, но посмотрим, будет ли это делать свою работу. Ну, в принципе... Ну, как вам сказать? Не скажу то, что прям-прям-прям. Хотя... Вот сюда бы еще одну макаку поставить.
Было бы вообще круто, мне кажется. Посмотрим, посмотрим. Давайте. 200 баксов в это... О, дирижабли пошли. То есть на 30 уровне у нас идут дирижабли. А с дирижаблев у нас вылетают и зебры, и также металлические. Металлические нужно уничтожать в первую же очередь, потому что пушки у нас есть только на старте. Давайте, ребята. 200 баксов. 200 баблоны. Пожалуйста, поднажмите. Выпадет ли... Ну, да. Еще 100. Еще 100. Еще 100. Давайте. Давайте. Какая-то защита у нас слабенькая, так кажется на первый взгляд, но справляется она пока что более-менее. Давайте, если вы справитесь с этим, я могу купить себе терминатора. Пожалуйста. Давайте, да ух ты ж, ни хрена себе, сколько вас там пошло. Ни хрена себе. Терминатор уже вряд ли придет на помощь. Ну, давайте, 100 баксов, пожалуйста. Пожалуйста, вот сюда бы терминатор поставить, и было бы все круто. Во, замечательно. Замечательно. Ну, его улучшение, конечно, тысячку стоит. Я не знаю, сможем ли мы улучшить его в этой серии, но то, что он хотя бы у нас уже есть, это уже намного круче. Сейчас бы еще вот эти пушки уничтожить. Еще бы вот сюда морозилку одну поставить. Вот, допустим, сюда. Вот так. Вот так. Было бы вообще круто. Мне кажется, она тут действительно будет круто даже стоять. Три морозилки, это, в принципе, нормально. Если бы вот этот терминатор не спал... Оу, воу, проснись, проснись и пой. Давай, давай, хотя бы что-то. Что-то поделай. Ты с какой-то задержкой, когда уже тут все пролетели, ты только тогда начал сюда стрелять. Это не круто. Это, чувак, не очень круто. Давайте, давайте. Во, да, во, круто. Да, замечательно. Вот сюда бы еще макаку поставить. Вот так. И сразу ее улучшить. Вот так. Она, в принципе, будет тут нормально справляться, как по мне. И сюда можно еще одну поставить даже. Сюда? Да, сюда! Быстро! Быстро ставь ее, макаку! 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 Не круто. Совсем не круто. 100 жизней! Ровно 100 жизней, и у нас еще 8 уровней впереди. Я не знаю, ребята, что изменить, что сделать, чтобы мы смогли выиграть. Какой ты уровень? Да дай мне... Ох, если бы тут еще система улучшения бы, вот, вот так. Ну, в принципе, что-то да изменится, 100% что-то да изменится. Ну куда ты в жопу стреляешь? Но цель перед тобой, ты стреляешь куда-то в космос. Они просто-напросто с нас прикалываются или что? Я, если честно, не могу понять. Это шутки какие-то, прибаутки, нафиг. Ты какой уровень? Ты тоже первый уровень. Вы тут все первый уровень, нафиг. Вы тут все первый уровень, нафиг. Давайте, поднажмите. Поднажми, поднажми. Да, да, да. Только вот эти металлические бы в первую очередь уничтожить. Они картину всю портят. Вот так, замечательно. Это да что-то изменит. Охренеть, сколько тут металлических. Охренеть. Охренеть, да не охренеть. Вот. Ну, может что-то да изменится. Может что-то. Вот когда лаги начинаются, действительно, у меня есть вот такое ощущение, то, что они как будто начинают тупить. Вот честно, есть такое ощущение, как будто они тупят. Вот, сюда бы еще вот это. И сюда бы еще вот это. На всякие пожарные. Потому что много уже начало пролетать, много уже начало проходить. И возле выхода нужно что-то поставить. Хоть это, в принципе, как видите, много чего не делает. Потому что и так много... Охренеть. За один уровень мы потеряли... Да прекратите уже идти. За один уровень мы потеряли около 25 жизней. Что улучшить нахрен? Что улучшить? Ты какой? Какого ч... Ну ладно, уже хотел кричать, ну ладно, второй уровень пускай. Вот первый. Первый нужно улучшить. Больше я не вижу ничего, что мы можем тут более-менее так нормально улучшить. Обезьяну... Ну можно куда-то ее сюда запихнуть... Допустим, сюда. Будет ли она тут что-то делать? Вот так. Посмотрим. Посмотрим, что-то изменится или нет. Ну, стреляйте. Ну, ну, пожалуйста. Да, вот еще. Еще, еще стреляйте. Еще стреляйте. Вот есть у меня такое ощущение, то, что мы прям через пару уровней уже и проиграем. Есть у меня такое ощущение, ребята. Потому что это не очень круто. Не очень круто. Давай, 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 давай. Во-во-во, улучшаем, 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 улучшаем. Еще бы что-то поставить, еще бы вот сюда поставить одну вот эту хрень. Вот, замечательно, сюда поставить. Чтобы, знаете, много вот этих шипов было.
Вот смотрите, потому что шипы тоже полезные и очень даже полезные. Ну, полезные шипы. Вы же полезные. Я же верю в то, что вы полезные. Вот так. Сюда еще можно вот эту хрень поставить. Еще раз вот эту хрень поставить. Ну, как-никак, как-то мы справились с этим уровнем. Я не знаю, как нам это получилось, как это у нас вообще получилось. Но будем надеяться, то, что мы справимся и с этим. Пожалуйста, нам нужно еще чуть-чуть. Вот чуть-чуть, и я смогу улучшить вот эту макаку. Я не знаю, дед ли она что-то вообще или нет. Вот эти хрени спят. Вот честно, они тупо спят, они вообще ни черта не делают. Вот есть у меня такое ощущение, потому что, как видите, они что-то... Я не знаю, честно. Охренеть, да вы что, на 35 уровне просто с ума сошли нафиг. Что это за прибамбасы? Вас тут не слишком много, ребята. Я понимаю, вы очень крутые все, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот это можно улучшить, ну, на всякий случай. Может, это поможет, то, что он будет их затормаживать немного. Посмотрим. Ребята, справьтесь, я вас прошу. Ну вот эти уже умрут 100%. Белые, я не знаю, белые. А черные зебры... Охренеть просто. Охренеть просто. Давайте, если бы вы еще меньше лагали, я бы вас рассыловал, вот честно. А вот белых тут до хрена просто. Я не знаю, вот сколько? 250. Они начали очень быстро, вот прям их очень много. Ну стрельни ты уже куда-то. Вот какой ты уровень? Какой ты второй уровень, да. Ты второй уровень, а такое ощущение, как будто ты минус второй уровень. То есть ты что-то вообще ничего не тащишь, ничего не делаешь. Вот. Ну, посмотрим, что ты этим сделаешь и вообще сможешь ли ты справиться. Давай, давай, уничтожь хотя бы вот эти все. Вот зебр до хрена просто. И они, офигеть, какие шустрые. Чтобы еще поставить. Чтобы еще поставить. Макаку, макаку, вот сюда. Поможет ли это или нет? Вот смотрите, такое реальное ощущение, как будто они вообще ни хрена не делают. Ни хрена не делают. Вот есть такое, да, ребята, есть такое ощущение. Вот это можно еще даже охренеть. 16! 4! Прощайте, мои друзья. Прощайте. Мы с вами уже вряд ли встретимся в этом уровне. Вряд ли, вряд ли. Что можно продать? Иди в жопу! Ты! Второй уровень. Тебя бы улучшить. Тебя бы улучшить. Да. Улучшить, да бы улучшить. Но ты какой-то бесполезный. Кого бы еще тут улучшить? Я, если честно, вообще не вижу никого. Что-то все какие-то тут. Никакие вообще ни рыба, ни мясо. Вот тебя бы... Ух ты, ни хрена себе. Вот это уже суперские пошли. Вот это уже суперские пошли. Да уничтожьте вот эту раковину нафиг уже. Охренеть, она до сюда долетает, и вы ее не можете уничтожить. Замечательно, вы прям супер молодцы. Как вы вообще это хотите выиграть, если вы даже не можете уничтожить вот эту хрень? Ах ты ж, зараза. Прощайте, ребят. Вот нужно думать какую-то новую тактику, потому что я пока что не представляю, что может измениться. Вот это... Не знаю. Не знаю. Вот это лучше на старт куда-то поставить, чтобы это уничтожало. Вот, или даже вот сюда можно поставить. Вот это уже на максимуме. Ни хрена себе. Это уже, ребята, на максимуме. И это ни хрена не делает. Даже если оно на максимуме, это ни хрена не делает. Ну, стрельни ты куда-то. Вот смотрите, он тупо стоит и ничего не делает. С этими лагами вот эти все построечки просто-напросто с ума сошли. Ну, стрельни хотя бы куда-то. Ну, пожалуйста. Вот! Ни хрена себе. Вы еще как-то смогли вот это затащить. Я не представляю, как. 300. Потопали, что улучшить? Что улучшить, что поставить? Второй уровень. Вот еще одну бы пушечку сюда поставить, было бы вообще круто. Вот, допустим, вот сюда. Да поставься ты уже, а! Вот. Ох, надеемся. Верим и надеемся. Пожалуйста. Ну, стрельни ты уже куда-то. Ну, я тебя прошу. Столько тут металлических. Это 37 уровень, тут такой уже хаос нафиг начинается, то, что это можно просто-напросто сойти с ума. Они пролетают, эти заразы даже не стреляют. Я понимаю то, что тут слишком много всяких хреней вот этих, и мир просто не успевает прогрузиться, потому что много, вот много нагрузки, я с вами согласен. Но
Это не круто. Много зебр пролетает. Единственный шарик, если кто-то вообще сюда сможет пройти, мы проиграли, ребята. Даже если единственный шарик пройдет, мы проиграли. Поэтому мы не можем допустить ни малейшей ошибки. Но это у нас хрен получится, потому что, как видите, много уже кто пролетает. Много уже кто пролетает и... Жопа. Жопа. Вот, допустим. Допустим, мы это сюда поставим. Что это изменит? Потому что, мне кажется, макак больше нету смысла ставить, они, в принципе, их и так уже очень много, и я не знаю, смог ли они вообще что-то сделать. Зебры! Уничтожь ты зебр! Пожалуйста! Пожалуйста, зебр нахрен! Да уничтожь ты уже, ну, кривожопая ты косоглазая! Уничтожь! Я не знаю, куда они в жопу стреляют, они стреляют, вот перед ними летят вот тут шарики, они куда-то в космос нахрен. Куда они стреляют? Ну уничтожь! Еще вот эту! Пожалуйста! Пожалуйста! Уничтожь! Уничтожь! Ах, вот тут нам жопа, вот... Ладно. Я не знаю, как я это вытащил, ну допустим. Допустим, как-то. Что делает Терминатор? Терминатор, ты наша последняя надежда. Я не знаю. Посмотрим. Посмотрим, что он может сделать. Было бы круто его вот сюда поставить, ну, до жопы уже. За сколько мы его сможем продать? Сколько он стоит? 400. Нету смысла. Раз мы его уже поставили, уже похрен. Осталось три уровня. 38-й, 39-й и 40-й. Ну, вот куда он стреляет нахрен? Тебе бы какой-то чит скачать, какой-то имбот нафиг, чтобы ты целиться хотя бы чуть-чуть лучше мог. А то ты в космос куда-то нафиг стреляешь, я не представляю куда. Уничтожьте вы их, пожалуйста. Их уже тут столько много, то что это можно просто-напросто сойти с ума. Вот честно, ребята. Вот честно, честно, причестно. Да. Прощайте. Осталось три уровня, но, к сожалению, я вам говорю, прощайте, ребят. Не справимся. Просто-напросто не справимся. Вы видите, сколько тут этих хреней вот тут вообще лезет? Это просто что это? Это что-то. Если вот это улучшить, ну... Я не знаю. Вот сюда бы еще что-то поставить. Сюда бы еще что-то запихнуть. Что сюда бы запихнуть? Макаку еще одну. Ну давайте посмотрим, что она сделает. Дайте. Дайте нам еще один бакс. Пожалуйста. Один бакс. Бакс, мать твою. Да ты что, издеваешься? Вот. Когда посмотрел, тогда и дали. Ну. Ах ты ж, как меня эта система кумарит. Вот. Вот, замечательно. Прощайте, мои друзья. Встретимся в следующей серии, если вы, конечно, хотите продолжения, потому что это жопа. Это жопа. Жопа, да поставься. Вот, и у меня уже просто крыша едет, я уже не знаю, что мы можем тут принять нафиг. Но мне кажется, ничего. Можно еще морозилку поставить, но это ничего не сделает. Допустим, если сюда поставить, вот так. Это улучшить, это какой вообще уровень? Это первый нафиг уровень. Первый уровень, улучшайся! Паскудина! А ты какой уровень? Ты первый! Охренеть! Я думаю, почему вы тут вообще ничего сделать не можете? А вот почему нафиг. Потому что вы вообще никудышние нафиг. Никудышние, мать ваша! Только если один шарик пройдет, нам жопа. А он пройдет, поэтому жопа. Жопа полнейшая, причернейшая, приглубокая, не знаю. Зебра, ребята, зебра на самом финале. Зебра, черный и остальные хрени. Нам еще тут, если честно, не хватает только металлического и вообще дирижабля не хватает, чтобы вообще полный нафиг шашлык был. Потому что охренеть, да, все тут уже. Да. Не прокатила наша схема. Два уровня осталось, я не смог затащить. Ну ладно, ребята, встретимся в следующей серии. Если вы, конечно, хотите, чтобы она вышла, я постараюсь ее сделать лучше. Я постараюсь все-таки выучить какую-то тактику. Ребята, вы можете свою тактику предлагать в комментариях, если вы, конечно, хотите. Также мы можем попробовать потом пройти еще вот эту карту. Только тут сложность... Жопа какая сложная, сложная жопа какая сложная. И также мы можем... нет, вот, да, в принципе. Мы можем попробовать сэндбокс, это у нас где будет бесконечно баблоны. То есть тогда уже вряд ли кто-то сможет пройти, но лаги бы еще как-то исправить. Только никак я это не смогу сделать. Ну ладно, ребята, если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее, вы знаете, что делать. Набираем 200-500 лайков. Не 200-500. Это, знаете, как 100-500, только 200-500. Если мы наберем 2500 лайков, сразу выходит новая серия. Как только мы их сможем набрать, сразу она выйдет, ребята. Я вам даю свое слово. Поэтому не ленитесь, ставьте лайки.
За это я вам только скажу спасибо. Если мы все соберемся и каждый из нас поставит лайк, то 2500 лайков мы наберем за час, за два, за три. И через эти три часа выйдет еще одно новое видео. Поэтому, ребята, я вас буду радовать не только одним видео в день, а даже несколькими. Поэтому, ребята, не ленитесь. Также подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Все, что вам нужно, это просто нажать на красненькую кнопочку с надписью «Подписка». И ты сделаешь мир хотя бы чуть-чуть счастливее. Просто потратить 2 секунды на лайк и подписку, ребята, за это я просто-напросто лишний раз вам скажу спасибо, потому что вы реально молодцы. Также, если вы еще сейчас меня смотрите, вы действительно молодцы, потому что не каждый может досмотреть видео до конца. Многие перематывают, многие выключают, заразы. Но кто досмотрел, прям не знаю, что вам сказать, вы реально крутые парни и девушки, если меня вообще девушки смотрят. Но, ребята, не расстраиваемся, видео заканчивается, но мы встретимся в следующем. Всегда приходите смотреть новые видео, я всегда вас жду, я всегда буду рад, если вы придете, и также, если вам это видео понравится. Извините то, что я проиграл в этой серии, но я постараюсь быть хотя бы чуть-чуть лучше в следующей. Я еще раз вам скажу большущее спасибо, всем удачи и всем пока.